Галоўная мэта гульняў – падзяліцца вопытам падрыхтоўкі прафесіяналаў. У спартыўнай праграме тры этапы – асабісты і каманды залікі і эстафета. Паспрачаюцца ўдзельнікі і ў снайперскім біятлоне. Па выніках конкурсных этапаў да фінальнага заліку дойдуць толькі самыя лепшыя. Задача максімум – паказаць выдатны вынік з рознымі відамі ўзбраення. Вайскоўцы ўжо ваўсю рыхтуюцца да маштабнага старту. Зараз на полигоне проходит рекогносцировка, удокладнение задач на мясцовости. Белорусские стрелки не раз становились призерами инших профессиональных гульнев, тому и зараз есть надея на перамогу. Здесь представляется все государство, и по этому конкурсу судят об общем, об государстве. Поэтому и вооруженные силы стараются сейчас делать так, чтобы мы представили Беларусь в лучшем свете и показали все есть. Вот это реальные соревнования, на которых можно посмотреть, правильно ли выработана методика в подготовке снайперов и в том ли мы пути идем. Международные армейские гульни проходят на территории семи держав – России, Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Ирана. Удел у их принимают 175 команд с 32 краин. Поназирать за спаборництвами смогут и берастейцы. Белорусский этап пройдет с 29 липеня по 11 жнивня.